Ежедневно 3-4 комбайна выходят на поля предприятия Остромечево с важной задачей по уборке кукурузы на зерно. Вместимость каждого до 5 тонн, что достаточно много. Однако и планы этой осенью не маленькие. С 1050 гектаров планируется собрать порядка 90 центнеров. Чтобы убрать такое поле кукурузы размером в 11 гектаров, одному комбайну понадобится один рабочий день. Всего до окончания уборочной кампании кукурузы в Остромечево осталось менее 10 дней. Работники уверены, что справятся, ведь для этого есть все возможности и основания. Об этом говорит и успешно проведенная осенняя посевная. На данный момент основными осенне-полевыми работами это был сев озимых культур. Мы его завершили до 8 числа. Вот, посеяли 1600 гектаров пшеницы, 1900 ретикали, 250 ржи, 330 ячменя озимого. И в конце лета посеяли 1050 гектаров озимого рапса. На данном этапе у нас по осенним полевым работам это уборка урожая кукурузы на зерно. На силос мы уже уборку кукурузы завершили. Вот сейчас убираем на зерно. Это уборка сахарной свеклы. Планируем завершить до 1 ноября. И подъем зяби, внесение минеральных и органических удобрений. Это подготовка полей на будущий период уже под сахарную свеклу. На данном этапе уже убрано более 700 гектаров кукурузы на зерно. Первый главный показатель готовности кукурузы к уборке – это ее влажность. Она не должна превышать 33%, для того, чтобы не было дополнительных затрат на сушку. На данный момент у нас влажность 30-31%. Это хороший показатель, поэтому обеспечиваем полностью КЗС, работает на уборке 3-4 комбайна и сразу практически дорабатываем с колес. КЗС не простаивают, комбайны тоже. Полным ходом идет работа и на уборке сахарной свеклы. Здесь вплотную подошли к завершающему этапу. Люди стараются, да и техника не подводит. А потому из общего плана в 369 гектаров уже осталось менее 80. На данном поле производится копка сахарной свеклы. Вот мы складываем ее в кагаты, как вы видите, на поле уже расположены 6 кагатов. Вот, копка ведется практически сейчас круглосуточно, уже заканчиваем. В сутки копают приблизительно около 15 гектаров. Отгружаем, вот у нас стоит специализированный погрузчик для сахарной свеклы Кляйна. И уже с помощью его загружаем технику, которая есть, автомобили с прицепами, тракторы, и вывозим на сахарный Жабинковский завод. Сборка свеклы началась месяц назад. Работаем на комбайне немецком, называется Холмер. Техника не подводит. Урожай в этом году вроде бы нормальный, погодные условия благоприятствуют, почва мягкая, потерь нет. Урожай свеклы радует в этом году высоким качеством, сахара выше базисного, то есть больше 16%. Всего в планах собрать 650 центнеров, и эти работы планируется завершить до наступления ноября.